Здравствуй, Слава. Пиздец, пиздец. Что же это такое? Что вы нашли? Ужас, пока хрен найдешь. Ну, я очень рад тебя видеть, зато, он видишь. Да. Ну и как же ты добрался? Да. Вячеслав, ты очень много там. Каким-то чудом это можно сейчас сказать, вот я тебе подсказываю, синоним. Это Вячеслав Харченко. Это карта не отличает действительность. Предыдущий главный редактор всей поэзии, прекрасный прозаик. А вот он перестал писать стихи, а вообще он прекрасный поэтик. Да, он пишет поэтическую прозу. Все же говорят. Ну, это да. Ну, да, он пишет миниатюры. У него вышла недавно книжка. Слава тебе Господи, мы ему 5 лет талдычили. Слава, где книжка? Ну вот наконец это свершилось. Как хорошо получается, ты про него рассказываешь, а он ровно за тобой стоит. На двоих пополам. Кто тебе ближе? Юра, поэтическая проза, это типа физическая химия, что выбрали, да? Это еще лучше. А как что? Мы с будущим можем пересечься? Я не произносил этого слова. Слава, у нас впереди, я надеюсь, что вечность. Я к тебе могу... Мне это надо почитать. Ты, я думаю, с Наташей приедешь ко мне на дачу. Да. Это не так уж и было далеко, Слав. Но, правда, у нас много детей маленьких, которые бегают и верещат, и рано просыпаются. Посиди. Что это, покажи свою книжку. Дело в том, что я... Да. Вез тебе, ну, ничего, а дари буду Юре. Ничего, нормально. Я тебе еще подарю. Нормально, конечно, Славка, подожди, дай это самое. Фиксану, все-таки ты любимый мой человек, я уж так как-нибудь, держи. Поздравляю тебя с книгой, давай руки пожмем друг другу, что не виделись с тех пор, как она вышла. Так. Да, не виделись, а что, у тебя вышла книжка, я тебя не видел, по телефону только поздравлял. В натуре. Привет. Привет. Еще жива. Ну это радостно, что жива. Приятно, что жива. Привет. Здрасте. Я ацидофиличку тебе привезла. Что? Ацидофиличку? Ага, ты как угадала. Боже! Боже, настоящий! Это все на махве? Ну, конечно, это же прекрасно. Это после виски идет вообще, да? После виски именно идет после виски. Можно закусить пряник. Можно закусить пряник. Замечательно. Да, Не, бревна то не было бревна. Не, по-моему, не было. Вот это вот бревно. А, это, наверное, после дождя этого самого. Бревна не было. Ледяного. Было вот это. Вот это вот было, вот. Да, я ее сюда приносил, представляете? Когда-то давно, много лет назад. А как? А попробуйте поднять. Попробуй. Мы ее несли втроем. Один был скульптор, который ее сделал. Боже, ура. Второй парень из комендантского взвода, который на пол головы выше меня. И третьим был я. И то есть мы ее еле принесли. Несли, это громко сказано, мы ее перли от входа. А попробуйте. Это цемент какой-то, да. Это очень тяжелая вещь. Это гипс, это не гипс, нет. Да, это некий гипс. Такой вот художник Боря Куперштейн сделал. Да, это чей-то, так сказать, замечательный. Это там можно куда-нибудь в степь. Чей-то портрет? Это портрет, будет степная баба. Или степной мужик. Нет, степной бабы было еще. Нет, у него это. Нет, она же просто полностью не изображена. А додумать слабо. Даже степная баба. Согласен, да. Она дополнена. Я должна радоваться, у меня такой цель. Товарищ. Без компании. Ну, я уже про компанию. Да,
Что такие светлые ребята. На взгляд, по крайней мере. Все хорошо, Слав. Так вышло. Все просто прекрасно. Я к тебе в гости приеду и привезу. Посмотрю на твоих детей. Только пусть это не будет обещанием. Да, да.